Итак, и мы продолжаем. Друзья, всем привет. Да, вижу, что на стриме люди не ушли. Максим, счастливо, постараюсь скоро вернуться. Да, Андрей, сколько будет еще стрима? Ну, я думаю, еще часик я поиграю и буду завершать, так как сейчас идет высылка Игромир. Нужно заниматься сайтом Gamers TV. Приходите на наш сайт. Вот, заниматься новостями и прочего. Так, что же мы сейчас? Сейчас мы с вами побегаем. Так, сейчас. Побегаем, пополняем воспоминания и дополнительные задания. Скорее всего, этим мы сейчас, особенно кто смотрит, конечно же, в данный момент записи. Вот, то в течение часика мы этим будем заниматься. Так. Аккуратно. Да, значит, со временем Эдсо у нас стареет, да? Надо будет обязательно посмотреть потом, ну, насколько он стареет. Все-таки 20 лет мы уже тут путешествуем в игре. А это немало. А, карта поможет вам найти цели и дополнительные задания. Кроме того, в папке карта на рабочем столе анимуса на... Ах, не стоит читать, ну ладно. Так, вот воспоминания. Начинаем. Опа! Так, нажмите, чтобы слезть с летающей машины. А это что такое за воспоминание? Ну, это у нас машина Леонардо. Для чего? Ладно, летим. Нажмите такую-то штучку, чтобы выбрать цель и бить врага ногой. Так, ну я могу спокойно слезть с машины, а для чего? Летающая машина. Не, ну прикольно, конечно же, прикольно. Так, ну ладно, к примеру. Хорошо, и что? То есть это не задание, что ли, никакое? Так, сохранилась игра. Андрей, будет пятая новость про девушек-косплея. Отлично. Так, для чего вот это вот дополнительное воспоминание было? Может быть, просто остается на карте, так, ради развлечения? Особые воспоминания. Так, ладненько, не будем задерживаться, тратить драгоценное время. Я обязательно потом погуглю этот вопрос. То есть, видите, то есть для чего? То есть, просто летать и все? То есть любой момент игры, то есть пройти игру, потом оказаться в открытом мире, и чтобы было чем заняться. Ну, допустим. Да, я допускаю такой интересный действие. Ну ладно. Так, ну у нас есть дополнительные задания. О, здесь глубоко. Да, я же не ожидал, что по стриму Assassin's Creed, ну так будет. Нормально людей приходить. Отлично. Всех рад видеть. Good Gamers, SK2 TV, Twitch'а. Gamers TV, YouTube, ну и, конечно же, посмотрит запись. Так, ну все, тогда уплываем. Я попозже погуглю этот вопрос, что за дополнительное воспоминание и для чего. Если его можно прервать в любой момент. Так, Монтериджони, Тоскана, Сан-Джиминьяно. Да, глянем, может быть, он здесь что-то здесь пропустил. Так. Нет, здесь вообще ничего нету. Уходим. Пока на вас плащ Медичи, вас не объявят в розыск. Понял. Так, Монтериджони, Романия, Флорли, Венеция. Да, вот Венеция, я забыл выполнить задание. Вот сюда вот. Андрей, у тебя теперь будут дайджеш очень много новостей. Да, Виталий, спасибо громаднейшее за то, что ты делаешь, за помощь, а то бы я бы один, конечно, да, сейчас бы не стримил, а сидел бы занимался. Андрей, как на Ютубе открыть стрим?
Слушай, Александр, а интересный вопрос. Ну вообще, как-то же меня находят на YouTube. Вот ты мне интересный, кстати, вопрос задал. Я даже не знаю. Ну-ка, дай-ка я сам себя попробую открыть. Так, сейчас, ладно, понял. Посмотрю. Так, мой канал. А, слушай, точно. Как посмотреть? А, так, видео. А, так, на видео только... А, нет, есть, смотри, на заходу. А, хотя нет. А, слушай, точно, а как мне на Ютубе мой стрим найти? Вот это мне хороший вопрос, кстати, задал. А и правда, а как найти? Потому что я вот сам на себя нашел, а ну, то есть зашел, а прямой трансляции нет. Слушай, и правда, прикол. Так, ну-ка, если в менеджер видео, но у вас-то нету кнопки. Менеджер видео-то есть, но только своя кнопка. Сейчас, погоди секунду. Я как-то стримлю ведь на Games YouTube на этот новый. Так, извиняюсь, кто смотрит записи. Сейчас этот быстрый вопрос хочу посмотреть. Правда, слушай, ты меня озадачил. Эй, правда, а как свой стрим-то посмотреть на YouTube? Так, YouTube Gaming. Ну, к примеру, вот я выбираю свой канал. My Channel. А, ну слушай, Александр, давай я тебе ссылку сейчас дам. Вот здесь, когда заходишь на гейминг YouTube, здесь как раз вот прямая трансляция показывается моя. Открыта полностью для всех пользователей YouTube. Сейчас я на Gamers TV тебе скину ссылочку. Попробуй зайди на вот... А, вы забанены. Да ё-моё, вот, кстати, что с сайтом в последнее время? Когда уже наладят? Даже меня банят на сайте. Модератора, вообще нормально. Так, на, держи ссылочку. Попробуй на эту ссылочку зайди. И здесь прямо вот оно, на главной странице. Трансляция показывается для всех пользователей YouTube. То есть такие дела. Как-то странно. Ладно, погнали. Так, здесь у нас драка и, по-моему, курьерские поручения. Да. А, еще, по-моему, гонка где-то была. Хотя нет, ну ладно, тогда драка. По-моему, да, надо будет какому-нибудь мужу там навалять. По ходу дела. Так, куда-то я... А, вот есть выход. Так, я на месте. Где девушка? А, вот она. 8 лет брака, и этот сукин сын вернулся к своей бывшей. Прошу, научите его уважать меня. Игромания 1С, привет. Привет, рад видеть. Александр, скажи, как там у тебя, все ли удалось на Ютубе? А, побейте неверного мужа. Разборки, что-то там на крыше. Так, нет, задание не на... Я думал, задание на время. На время. Да, девочки все стоят, что-то угорают. Приколистки. Так, но прежде чем побить, нам нужно будет его найти. Так. Давай, давай, поплаваем. Гейминг YouTube — это новый сервис, вот который открыли. Вот как-то, в общем, туда. А если бы по-старому, ну, можно еще на старый YouTube. Так. Разве это законно? Ищем. А, по-моему, про крышу было что-то. А, это чтобы нанять. Любопытно. Я что, кого-то нанял? Почему нельзя пойти пешком? А, нет. Ну, ладно, заползаем наверх. Мне кажется, он наверху. Можно стримить на YouTube постоянно, ну, как раньше, по старинке. Вот, но я как бы пользуюсь уже новым сервисом. У меня не получится. Так, забрали 1000 денежек. Деньги нам вообще не нужны. Смотрим, есть ли кто. А, побейте неверного мужа. Да, нашел цель. Ах, стоит. Ах ты изменник. А, иди сюда. А, упал. Здорово, мужик. Ты что, тут развлекаешься, что ли? На тебе, гад. Это тебе за жену, блин. На, держи. Мне нельзя умирать. Я красивая. Красивая. Беги, беги. Красиво. На тебе. Ах ты.
еще. Ну иди полови. Опа! На, держи. Отлично. О чем я только думал? Конечно, я люблю свою жену. Давай беги, а то, возможно, и от этого не будет. Вали, давай. Отлично, 3500, развратник на крыше. Так, смотрим, есть ли что-нибудь еще. Так, ЭЦО. Нет, курьерские поручения только. О, Александр появился. У меня на Gamers TV что-то лагает, все. На ноутбуке все отлично. Это у меня какие-то проблемы интересные. Или на сайте. Нет, на самом деле, да, это нет, это не у тебя проблема, это на сайте Gamers TV сейчас проблема. Это я, Виталий. А, Виталий, это ты, игроманик? Тебе здесь не место, Петр. А я думаю, кто это? Место, ну, добро пожаловать на YouTube. Как там на YouTube? Чатик, все дела. Ну, в основном, как бы, сейчас большинство... Ну, я, как бы, уже сколько раз говорил, быстрее, я планирую быстрее переходить на YouTube полностью скоро. Ну, посмотрим. Посмотрим. Другие стриминговые сервисы я, конечно же, на сайте собираюсь, но упор больше будет делаться на YouTube. Нормально, нормально на YouTube, да? Как тебе там, Александр, этот сервис Gamers, который красиво, да, там все так оформлено, но, ну... Ты зашел через гейминг с YouTube или через старый свой, ну, по-старому? Не помню, далеко он не уйдет. Вали отсюда! Ай-яй-яй-яй-яй! Не удалось нас зацепить. Есть, я с тобой, братела! Я с тобой, брателла. Ой, валим, 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 валим. Вот, видите, желтая вокруг появилась рампа. Вот такое же действие должно было произойти там. У нас на дозадании в прошлый раз. Вот, к сожалению, да, на Gamers TV в последнее время что-то частенько происходят какие-то косяки. Я Илье об этом говорил. Что типа, что за фигня, почему у нас, ну, постоянно баны какие-то банят, то написать в чат нельзя, то в чат пишешь, в чат не отображается, когда написал, то что какие-то косяки крут. Видать, может что-то, кто-то программист там у него настраивает, ну да, в последнее время что-то сайт принести, как-то, ну, дает ошибку. Но ничего, все поправимо, как говорится. Все исправилось. Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Отлично. А, через гейминг по твоей ссылке. Да нормально тут, главное не лагает. Да, на ютубе, кстати, вообще там прикольно. Там же еще можно качество видео менять. Если, например, интернет слабенький, можно поставить вообще мобильное качество. Причем это никакой, у меня никакой не премиум аккаунт, а обычный. То есть это довольно круто. Так, ну ладно, курьерские поручения, это по любасу у нас сейчас будет задание на время. Кстати, я пока вот мы отдыхали, смотрел записи, которые я напишу в новом этом Shadow Play. Час игры весит 20 гигабайт. Ну, немало закачивать, уже 4 серии. Ну ладно. Ну зато качество обалдеет. Просто шикарно. Друзья, вот вы смотрите сейчас, вот прямо вот сейчас записи, да, просто... Вы видите то же самое, то, что вижу я вся на дисплее. Так. Вор, держи его! Так, воришка какой-то, да? По-любому на время. Идеальный брак. Мое письмо украли. Пожалуйста, найдите вора. Убей его и принеси письмо мне. И, пожалуйста, не читай его, иначе моя жена Лючая очень расстроится. Так, за 4 минуты. Найдите вора. Наверное, найти вора и еще... конечно же, нам по-любому нужно будет... вернуться назад. Ну, хотя не факт. Так, воришка, воришка, воришка. Да, за ворами тяжело бегать. А, где-нибудь, наверное, он у нас вот с этой стороны. Так, сейчас всплывем. Так, что-то я вижу блестит. Можно я тебя убью? Ну, нельзя, что ли? На, держи. Пинаешься. Так, ну что же. А, кстати, ё-моё, вот захочешь выполнить задание, да, а тут тебе деревья попадаются. Ой, что-то я как-то убежал вообще не туда, назад. Так, ну что же, где товаришка у нас здесь? Может быть, на крыше?
модное искусство. А я... Все возможно. Да, возможно, на крыше, мне кажется. Какой пьяница-то, а? А, время-то идет, я про время забыл. Убить его, разобрашивать письмо. Да, возможно, мне кажется, на крыше. А, убить надо? Давай-давай-давай, это время. Да, показалась цель. Вот он. На, держи. Хотя нет, это, наверное, не вор. Непонятно. Так, не, да, кража успешно удалась. Отключим. Почитаем. Просили нас не читать, но мы почитаем. Ты себе специально сирену покупал, возишь много чего, и просто так для души такое сделал. Ну да, я ее специально брал, у меня до этого как-то все маленькое. Ну, хотел большую машину, я уже давно как бы хотел новую. Вот, как бы и для души, и по работе, конечно. Вот там всякие, бывает там не только мелочевки по работе развоз, но и там принтеры бывают. И в сервис был много чего возить и забирать. Ну, в общем, как-то так. Ну, я хотел давно взять себе минивэн, но я еще больше хочу себе машину. Вот, я уже хочу себе автобус Toyota, где 14 мест. Вот та машина. Правда, они в обслуживании. Ну, ладно. Джорджо, все идет так, как мы задумали. Мой муж ни о чем не подозревает. Он посадил меня под замок, но я все равно нашла. Мой спаситель, ты помнишь слова, которые я так страстно шептал мне? Надеюсь, ты сдержишь обещание и избавишь меня от убийства. Ты знаешь, что нужно делать. Смотрите, какие дамы раньше были. Мужей убивали, нанимали убийц и убивали. Причем очень часто. Стоит задуматься. Сегодня вечером мой муж будет дома. Когда часы на башне пробьют полночь, он отправится спать. Заберись в дом через окно. Не забудь прихватить кинжал. Все нужно сделать очень тихо. Я попросила мужа доставить это письмо тебе. Этот идиот ничего не знает. Так что для него ты просто какой-то страшный. О, как счастливы мы будем, когда избавимся от этого старого дурака. С любовью, Лучия. Так, вот такие дела. А, да, нам нужно вернуть назад письмо. Время... О-о-о! Ё-моё, Андрюша фейл. Так, ладно. Возвращаемся. Так, где он? Вот он у нас. Иди сюда. Отлично! Я знал, что на тебя можно положиться. Да, спасибо большое тебе за квест. Идеальный брак. Так, ну что же, смотрим, есть ли еще какие-нибудь дополнительные задания. Ну, что-то как-то маловато в последнее время. Все, раньше было по 2, 3, 4, а сейчас что-то по одному и все. Обидно. Так, ну, конечно, сейчас, на данный момент, конечно, уже рановато завершать игру. Но нужно уже бежать заниматься игромиром. Поздравляю всех. Если кто-то там есть, или бывал, или находится, это, конечно, круто. Жил бы я бы где-нибудь так же поближе в Москве, я бы тоже с удовольствием бы съездил. Ну, на уровне машины, конечно. Ну, то есть, чтобы на машине съездить, а не на поезде, там, на самолете. Так, ладно, нету больше заданий. Тогда идем по сюжету дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Да я не хотел никого трогать. Чего вы на меня напали, а? Блин. Он сам об меня столкнулся. Я вообще на месте стоял. А, встали тут. Я с тобой, брат. Да, пошли вы. Валим, короче. Да, поплаваем. В воду они не побегут. Черт, какой шустрый. Ну, это по-любому, мне кажется, только, скорее всего, во второй части, ну, сделан такой прикол. Мне кажется, в новых частях явно такого нет, от охраны уже от логических спрячется. Они по-любому будут тебя видеть. Ну, или, может быть, там как-то плавать научится, или будет кто-нибудь, там, рыбы какие-нибудь, кусачи, в общем, так все, нас больше не видят, давай. МДЖ, здорово, да нет, я уже почти понравился. То есть уже все нормально. Иду на поправку, это радует. Так, 13 тысяч у нас в сундучке. Ой, мимо лодки прыгнул. Но...
Не, сирена так-то прикольная машина, мне очень нравится. Правда, что вот все-таки Nissan есть Nissan. Но я уже на Nissanах как бы раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть лет получается. То у меня третий Nissan. Мне как бы нравится. Но многие как-то там, Nissan не очень нравятся. Да, что ломаются тогда. Ну, ломаются-то все. Вот, ладно, все, уезжаем. Вот, ой, уезжаем. Уплываем. Вижу, мы на кораблях. Да, здесь нам больше делать нечего. Так, нам нужно во Флоренцию. И начнем мы отсюда. Вот, что как бы говорят, ломаются там быстрее, чем Toyota и прочее. Ну, мне кажется, это все зависит от дорог. Какое качество дорог и так далее. Так, пока на вас плащ Медичи, вас не объявят в розыск. А, вот, видите, вот про что я тогда думал. Нам нужен, правильно, нужен плащ был одеть. Я его сейчас одел. Так, ну что же, начинаем. Я думаю, начнем с дальних точек, парень. Много сильно нужно, что посетить и сделать. Убить всех этих как, капитанов, или как там правильно было, я уже забыл, называли. Поднялась на 6 флоринов за 100 пунктов. Река Арно снова развелась куда же О, все, точно, смотрите, нас больше не замечают. Отлично, вот я. Покажите вот в чем им. Был косяк в прошлый раз. Нужно было именно надеть плащ. Так, ну ладно, бежим. Теперь, конечно же, я сделаю, постараюсь, конечно, постараюсь очень сделать все тихо и аккуратно. В прошлый раз как-то я пошел на рожон. То есть пошел полез на рожон. Это неправильно. Лечу всех. Лечу всех. Да, кстати, надо лекарство. Подходи, не стесняйся. Полечиться докупить. Я помню, я тратил. Да, было дело. Я сделал все, что мог. Постарайся, чтобы рана не открылась заново. Так, МДЖ, Андрей, у меня у друг Кейн вечно ломается. Ходовая сыпется. Да, это, мне кажется, все от дорог зависит. В Сибири вообще любые машины ломаются. Когда морозы наступают, минус 30. Недели, 2-3 месяца стоят, это сами понимаете. То есть резинки все дубеют у подвески, в любом случае, стойки пробивают. Но никакая машина не выдержит мороз. Конечно, жить там, где зимой максимум от силы минус 10, спору нет. Но с другой стороны, там дороги покрывают, ну, по шляпе всякие ездят. У нас тоже, кстати, стали покрывать. Какой-то стрёмной солью, я смотрю. Отъездишь, в общем, раньше такого не было, в общем, зиму отъездишь. Летом, когда, ну, помоешь машину или что-то, обвесы начинают даже гнить. Не то, что кузов, да, обвесы уже гниют, пластмасс. Раньше такого не было. Ну, по крайней мере, если взять лет, например, там, 5. То сейчас вот такая беда. Все просто, друзья мои. Хотите, чтобы о вас позаботились? Покоритесь новому правителю. У тебя сейчас задержка чата какая? Задержка секунд 10, не больше. точечное вмешательство, незаметно убить врага. А, врага, врача. А, незаметно. Угу. О, смотрите, а плащ поменялся. Какой стал. Вот. Так, ладно. Где он у нас, врач? Вон он стоит. Так, ну я так понимаю, нужно как-то с этим... Вы можете и дальше поддерживать Медичи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Или принять Савонароллу. Так, нанять негде некого. Зачем сопротивляться? Зачем? Он хороший человек. Тихо. У него твердые убеждения. Он хочет спасти нас от самих себя. А, ну вон какая-то толпа ходит. Так, сейчас вот эти охранники отойдут отсюда. Да, скорее всего, вот к тем людям, которые впереди. Потом вот к тем присоединиться. Так, если я выйду, видят? А ведь нас нужно спасать. Мы погрязли в грехе. Чревоугодии, похоти, гордости, алчности. Мне продолжать? До прихода Савонаролы мы чрезмерно любили плотские наслаждения. Тихо, мужики. Мы отвернулись от Бога. И как было не отвернуться, устыдившись за свои поступки? Вот почему вы страдаете душой и телом. Это кара за грехи.
Джей, Андрей, у нас-то вроде тепло, а дорог нет. Если вы жаждете исцеления, если в самой Одессе еще нормально, то область просто спасения, поклянитесь верности Савонароле, и я впущу вас. Не, у нас дороги тьфу. В этих стенах о вас позаботятся наилучшим образом. Не, ну не везде, конечно же, но центр как бы, главной магистрали просто идеал. И сострадания, каким как создал Европе, меня вообще. Господь. Ну, конечно, тоже все разваливается, каждый год ремонтируют, пробки туда-сюда, но дороги как бы хорошие. Я когда по краю езжу, там, ну, там маленькие города, да, ой, там печально все, там такая разруха. Ну, то есть прям трассы вот эти, вот, ну, между краем, которые Красноярск, там ужасно, ужасное качество. Федеральные трассы идеал. Вот когда только выезжаешь на федеральную трассу, я не знаю, там, видать, бабки можешь другие вкладывать, там прям все идеально, прям едешь ни одного запинка, вот. Едешь по Красноярскому краю, если не федеральная трасса, до федеральной трассы езжаем, до федеральной, пипец. Кругом ямы, кругом заплатки эти бесполковые и так далее. Так, ладно, отходит охранник, я думаю, здесь надо побыстрее. Пока не заметили. На, держи! А, по-моему, меня заметили, нет? Хотя нет. Ты пролил кровь целителя! Нет, я пролил кровь тирана. Власть над телами, находящимися между этим миром и иным. Похоже, она вскружила мне голову. А сейчас ты замрешь навеки. Твоя смерть не будет бессмысленной. Покойся с миром. Да, ну как видим, яблоко, в общем, одурманивает. Так, ну что же, происходит то же самое действие, что... Не дайте ему уйти! Станьте инкогнито, в общем. Ладно, убегаем. Бегаем, бегаем, бегаем. Я надеюсь, сейчас это укатит. Да, видите, появилась желтая... А, нет, исчезла. Появилась желтая рамка, но это просто еще порядочку. А-а-а, блин. Приносите больных и раненых. Так, надо посмотреть, куда бежать. Вот, видите, желтая рамка появляется. Так, у меня звонит телефон. Так, да, мне надо ответить. Вот, по работе, сейчас, секунду. Алло. Алло. Ну ладно, не хотят разговаривать, не надо. Так, наверх, да, по-моему, я там... Да, наверх. Где ты этому научил? А, все, отлично. Так, 2000, ну видим, да? Точечное вмешательство. Вот сейчас все получилось удачно, и там наши были друзья-ассасины. Да, немало, мне кажется, это уже к финалу близится. Ну что ж, сначала вот эту часть области зачистим. Посмотрим еще, какие интересные задания есть. Так, что постоянно вот эта синхронизация. Убейте всех лейтенантов Савонаролы, еще 8. Точку я на карте... А, вон, вижу. Недолет этого, недолет. Так уже лучше, но я всегда говорю. Ой, благо рядом был врач. Валим. Здесь что-то не так. Где же все? Отойди отсюда, не до тебя. Что битву за нас ведет. Так. Что-то Эцио прокомментировал, что здесь что-то не так. Угу. Интересно, почему каждый раз плащ срывается? Я так понимаю, наверх нужно, да, залазить? Скорее всего. Так. Ой, ё-моё, ты чё тут, а? Расходился. О, такой. Да, вот здесь вот залезем. Почему-то Эцио иногда нормально ползет, а иногда как-то тормозит. Вроде я зажимаю Shift, а он раз на месте так. Он стал теперь ползать так же, как Альтаир. В начале игры так ловко ползал, опа, а тут так не хопается. То есть не ползется.
А, вон она, точка. Вижу. А, смотрите, никого нет. И действительно, по-любому засаду, вот 100%. Так, главное, сейчас посмотрите. Вот 100% засада, сейчас только зайдем на точку и на нас нападут. Так, если что, выбираться вот есть лестница. Еще один соперник. Кто бы сомневался. Отлично. Савонаролла предупреждал меня, что у нас появятся враги. Поэтому я изобрел эту простенькую ловушку для тех, кто возомнит себя героем. И она чудесно сработала. Интоминчамо! Микрофон забыл выключить. Так а я же не разговаривал там. Хотел узнать. Просто номер неизвестный звонит. Я алло. Ну, не хотят, не надо. Так, убить капитана стражи. Интересно, как долго ты протянешь. Так, ладно, валим. Наша цель капитан. А, смотрите, валит. Ах ты капитанишка, а. Давай, отсюда. Вперед, ё-моё, зацепили. Так, да, кругом лучше, тяжело. Попробуй еще, коротышка. Так, а, вот, ну наша цель, это только он. Ну, то есть... Все, что ли, упал? То есть мы его уронили, в общем. Я в самом деле был таким... гордым, жестоким. Нет. Тебя околдовал Савонаролла. Неужели? Или я был опьянен вкусом власти? Мне жаль, что я оказался так слаб духом. Мне тоже. Прости, но у меня нет выбора. Покойся с миром. Да, все говорят, что поддались. В общем, короче, яблоко творит дела. Опа! В чем дело? Не, я думаю, надо убегать. Не будем мы тут это сейчас. Ой, здорово. За мной. Так. Высоковато падать-то, высоковато. Блин, а! Упал, еще упал рядом с охраной. Ладно. Ё-моё. Так, все, валим. Так, отлично, срабатывает. Срабатывает невидимость. Так, все, убегаем. Так, вот здесь вот можно где-нибудь спрятаться. Я думал, здесь вот я просто спрячусь. Мудрые правители. Надеюсь, не увидят. А нет, видят, что ли? Тихо. А, отлично, 2000. Карьера. Так, убейте всех лейтенантов. Вы стали инкогнито. Прекрасно. Так, дальше, следующий. Этот у нас где-то рядышком. Так, нужно полечиться обязательно. Так, микрофон, надеюсь, работает, да? Так, со звуком все в порядке, ну-ка. Да, звук есть, все ровно. А, кстати, у нас еще снега нет, но сегодня уже первую рекламу с тематикой Нового года. Не, ну у нас такой снег, он, знаешь, как бы, сайхайда, он падает, но тут же тает. Ну, то есть такой плохий, сразу же тает. То есть, можно сказать, тоже нету, по сути. Ну, такой мокрый. Пожалуй, просто морозно так на улице, прямо. Ну, как бы мне без разницы, я как бы в основном всегда с машины. Редко так долго тусоваться там под такой погодой, с зонтиком или еще что-то. Но вообще, да, погода не очень. Вот. Ну, то есть он такой. Едешь, и он сразу же бац, тает. Хотя вот уже по синоптикам, ну, пообещали, что на следующей неделе будет печаль беда. Ну, то есть уже навалит, гололед появится. Подходи. Я поэтому сегодня и думаю, переобуюсь я заранее. Я обычно где-то перебиваюсь в среднем числах 20-х. Ну, раньше было так. В прошлом году у нас навалил снег, стал прям гололедище был конкретно, снегу дофига выпало с сугробами. Было 14 октября. Вот, в общем, как-то так. Ну, думаю, я заранее переобуюсь, буду париться. Потом не обламывают. Сейчас тебе станет лучше. В очереди не стоять. Хворай. Или еще что-нибудь. Ну, в общем, как-то так. Так, ну что ж, залазим. Эй, подумайте о тех, кого вы можете поранить. Да, мы никого не пораним. У нас последние годы вообще хреново погода. Может выпасть снег, все переобуются, а потом хоп, и недельки, 2-3 плюсовая температура, и снега вообще может не быть. Не, ну у нас такое как бы, не, редко не бывает. У нас если валит сразу.
Ну, хотя сейчас же потепление в большинстве, ну, в своем случае, по России где-то. Вот, поэтому как-то так. Приказ такой: следить за полями, чтобы со стогами сена ничего не случилось. Может показаться, что это бессмысленное дело, однако оно очень важное. Так, интересно, на сеновале убить фермера, не привлекая внимания его подручных. Ага. Если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена, и им придется сдаться. Так, а можно отвлечь? Бенни. Так, убить фермера. А где он у нас, фермер? А, вон он. Так, если я спрыгну вниз, меня, конечно... Многие уже покорились. Им нужна одежда. Кстати, вон он к тому сеновалу подходит поближе. Тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно сено. Что на него нашло? Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. А на самом деле, от этого сена зависит вся наша жизнь. Так. Вы не верите мне. Ушел. Хорошо, я все... Ладно, посидим, подождем здесь. В этом сеновале. Вернется сейчас назад. Я попробую... Так, а получится приказать, не уходя из сена. Джей, Андрей, на градуснике сейчас плюс 20. Блин, ну Джей, ну в этом плане, конечно, вам в той части, конечно, было офигенно плюс. В старости будем бананы на Урале выращивать. Да, кстати, Александр, точно. Ты прав. Главное дожить. Я думаю, доживем. В другие города, чтобы продаваться. Вот что позволяет нашей экономике процветать. А ведь еще есть домашний скот. Так, идет. Коровы и овцы, они ведь тоже едят сено. И как вы знаете, они дают намного жизненно необходимых вещей. Они их не отвлекают. И мясо, и молоко. Теперь вы понимаете, почему сено не должно достаться врагу. Не относитесь свысока. Ё-моё, он ушел куда-то от далеко. От сена зависит наше благополучие. Погоди минуту. Залезь назад. Так, мужики, вы меня не видели. Не видели, не надо там укрытие. Косяк, все. Не-не-не, по-моему, не получилось. Меня засекли. Ты был готов уморить людей голодом. И из-за чего? Я слишком долго терпел унижение. Получилось. Меня называли простофилией, деревенщиной. А мне всегда хотелось уважения. От меня ты уважения не добьешься. Переход в другой мир мучителен. Но потом ты обретешь покой. Покойся с миром. Да, не знаю, каким чудом получилось, но ладно, получилось не очень качественно. Ну, главное результат. Да, ладно, валим. Что-то как-то я почему-то я из сена им пытался показать, а они. Ну, он только им свистел. Готово. Так, вот она, наши ассасины. Ой, ничего себе, на улице как ночью стало. Ого. Вот прямо сейчас на улице как ночью, время такое. Ну, 6 вечера, ну, прям темно, вообще темно. И пофигачил дождь. Сильный. Так, убейте всех рефидатов. Так, 3 из 9, готово, дальше. Ну, да, еще... Бить и бить. Ну да, не, в первой части было как? Они не подходили, не тыкали, да, ты спрятался там и все. И провис, то тут теперь не получится прятаться. Сколько раз на лавку сядешь, они к тебе под лавку подходят, тебя сгоняются. Сено спрятался, вот они тыкать начинают. Вот, потом залез на крышу в эту штуку, они мне тоже шокируют. Ну я не знаю, как получилось, нас вроде обнаружили, но игра... Может быть, дала нам, так сказать, послабление. Но вообще должна была миссия закончиться. Ну, чтобы это... Что типа нас обнаружили. Так, ладно, следующий. Не мешай нам!
Флоренция поражена болезнью, и наш долг исцелить ее! Как? Заставляя людей подчиняться воле безумца? Неразумно бросать вызов власть имущим! Да, но мы это исправим. Нет, ты не убьешь меня! Савонарол узнает о твоем предательстве! Стража! Стража! Так, походу нужно будет сейчас нам устраивать гоночки. Вперед и вверх! Догнать дворянина и заставить его замолчать, прежде чем он доберется до Савонарола. Нелегкая задача. Так, и меня еще стража видит, да? Ты вообще прекрасно. Так, ладно. Ой-ой-ой. Так, лестница, нам нужна лестница. Так. Ну ладно, здесь тоже пойдет. Надеюсь, он не спрыгнул. Так, а можно его пристрелить? Ну-ка, интересно, вот я давно пистолетиком не пользуюсь. О, смотрите, можно! Отлично, из пистолета застрелили. Я сам круто. Жертва. Я не Зачем виноват. Бегать, да? Нет, ты сделал свой выбор. Он заколдовал меня этой штукой. Лишь потому, что ты ему позволил. Я делаю это ради народа. Покойся с миром. Так, покойся с миром. Так, ну что, свалим. А, сразу же мы искали инфу. Санька, в следующей части уникальные будут доспехи Эцио или тоже Альфио? Я не знаю насчет вот, ну, какие конкретно там будут доспехи, но у меня Brotherhood Deluxe Edition куплена, ну, в этом стиме, и также ее активировал в геймплее. То есть, что там дастся, я как-нибудь... Ну, посмотрим обязательно. Так. Нифига себе, на улице прям ливень такой заливает. Сейчас, секунду. Да, жескач, прям деревья как будто отвалят. Ну, то есть, чуть ли не валятся. Вихрь такой фигачит. Ну, да, ну передавали, что на выходные будет печально. Так, Виталий, Андрей, я могу сказать, какие будут в следующей части доспехи. Ну, Виталий, напиши, не проблема. Ну, только напиши на Ютубе. Вот, потому что Александр ушел на Ютуб. Как я бы, я это зачитывать, конечно, не буду, но напиши. Так, следующая цель. Почему на Твиче лагает? Как это ловко у тебя получается. Ну, переходите на YouTube или на Good Game, там на Gamers TV, Skrva TV. На Твиче всегда лагает, потому что серверов в России нет, к сожалению. Лагает-то не у меня на Твиче, а лагает у вас. Потому что медленный интернет. Вот. Ну, то есть просто, может быть, даже интернет, когда быстрый, у меня тоже быстрый интернет. Ну, как быстрый, 40 мегабит, но также бывает лагает на Твиче у людей. Потому что, к сожалению... Пока сервера в России не запустят, такая печаль беда будет. Переходите на YouTube. Ой-ой-ой-ой. Дома я забыл оружие. Переходите на YouTube, здесь вообще ничего не лагает. Ну, по крайней мере, я вот сам их контролирую, и будет круто. Так. Ай-яй-яй-яй. Косипор. Не далее, как в прошлом месяце, Виконт купил у меня 300 сабель. Прекратить! Так, и поблизости, да, вижу врача. Ну, Андрюша, блин. Ё-моё, вещи, вот я все тороплюсь всегда его. Свежий пи***. Получается, печально. Вот так, мой друг, скоро вам станет лучше. Так, да, время-то уже 6. Эх, неохота завершать, но... не нужно. Omnipotens Deus. Rex Regum et Omnium Gubernator. Так. Соборование. Ну ладно, не суть. Незаметно забраться на собор и столкнуть священника с воскрешением. Незаметно. Назад, убийца! Да, вот такие люди бегают кричать «убийца». Попробуй тут незаметно. Похоже меня. Смотрите, у меня полная видимость.
Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не пойдет. Меня полностью видят. Так, на собор, да, здесь же есть. Да, кажется, сейчас я здесь помучаюсь. Тихо. Если меня увидят, задай... Опа! Вали отсюда. Не, по-любому не успею, да? Не, не успел. Так, ну, в принципе, ясен. Иди сюда. Так, готов. Так, вот там еще один наверху. Ну ладно, нас не тревожит. А, кстати, а из пистолетика есть? Из пистолетика. Опа, их там двое. И как быть? Смотрите, их там двое. А, все, я понял, понял. Рекс регум, эт омниом губернатор. Ё-моё, там еще и третий. А как быть-то? Двоих-то вряд ли он скинет, да? Так, может тот ходит? Да, он ходит, кстати. Хотя не, нифига не ходит. Не, ходит, ходит, да. Вон он отошел. Не-не, обнаружил. Блин, а? Походу надо сначала того правого вынести. Без вариантов. И потом его. А, заново что ли? Ну ё-моё, ну ладно. Да, вот это задание. Это задание. Давай, давай, это уже задалась метро. Зависнет, блин, на воздухе и висит. Так, где-то был здесь. Вот он, ты не уйдешь. Да ё-моё. Как так-то? Не успел упасть. Ай, печально, ладно. Можно, да. Давай, 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 отцов, сейчас увидят, увидят. Да. Сюда. Так, а если его вынести из пистолетика? Можно, нет? Эцел, ты на кого нацелил? Ё-моё, вот. Вот на кого надо. Да, нормалёк. Пойдет. Да. Ладно. Скорее всего, надо того сначала вынести. Двоих этих. Так. По низу пойдем. Двоих он вряд ли за... Тихо, куда ты залез-то, ё-моё? Петя, ну ты красавец, конечно. Это типа переведите ваше твое сообщение, да? А, смотрите, а ведь он далеко уходит. Ну ладно, уже не полз. Тихо, тихо, тихо. Ё-моё, там еще один. Так, ладно, аккуратненько. И сюда. Иди, полетай. Так, не знаю.
Назад, Эдсон, ну почему наверх залазить, я понять не могу. Так, может Сиг вниз и влево наклонить? Постоянно приходится его... А, здесь он не может. Двоих! Да, управление, конечно. Фига, не наверх, вниз. Двоих зацепить, наверное, вряд ли он сможет так. Он же не ногами будет держаться, да? Здорово, мужики. На, держи. Вот это вот красиво. Так, дальше. Вверх, я так понимаю. Здесь, я помню, мы в самом начале игры Опа, как туда вышел? Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Я что-то не понял, а как выше-то забраться? Amen. Нет, оттуда я не могу допрыгнуть. Холливуд, привет! Это же ассасин, он может одной ногой дергаться и прыгать. Ну, как видишь, получается. Короче, ладно. А, здесь не... Вот здесь еще один где-то был. Да, вот здесь нам надо забраться. А, да, вот это вот. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас увидим. Так, давай быстрее, целься. Пипец, блин. Да, вот это фейл дикий. Вот это дикий фейл. Нифига себе, гроза зафигачила. О, слыхали, да? Ну, у меня окно открыто. О, аж сигналка сработала. Бомбануло на улице. Мелкий человек какой-то, паук, а не ассасин. Да, что-то как-то вообще... Вообще стрёмно получилось. Целился напрямую, нацелился и не убил. Ну чё это за бред-то? Зачем? Стоишь на того, целишься, он на верхнюю целится. Вот есть такие вот нюансы, конечно, в стареньких играх. Забагованность, так сказать. Недоработка. Но ничего. Тем это и хардкор. Так, ждем, когда тот уйдет. Бог. Не буду больше лазить там. А, наоборот, назад идет. Так, смотрим. Да, блин, куда ты идешь? Пойди отсюда. Ё-моё. Все, валит. Не, ну этих по-любому снимать надо. Буду я больше... Ой-ой-ой-ой, рисковать стрелять. Андрюха, по сюжетке? Да, по сюжетке. Ну, сейчас уже все, я стрим заканчиваю, потому что уже у меня 6 вечера, надо срочно заниматься программиром. Смотреть, что там и как. Последнее задание вот это выполняем, и до сегодня дальше. Все. Стрима уже точно не будет.
что я вчера офигел. Тоже где-то 6 до 2 ночи сидел. Куча новостей. Как все перебрали, пока то все, 5-10, да, вообще дофига. Еще есть записи видео, ну еще с Ютубом нужно разобраться, как там, с NVIDIA Shadow Play все записывать, все ли четко, все ли работает, все ли... Ну куда ты пошел? Вот когда надо, чтобы в одну сторону, ну, нет. Игра нас подставляет в другую. На, держи, иди полетай. Так, все, дальше. Здесь зацепиться. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Почему он не может перелезть, я понять не могу. Да ладно, что за фигня, блин? Он сам упал, я ни на что не нажимал, просто тупо отцепился. Пипец. Нужно вот как-то вот сюда вот попасть. Да, вон есть зацеп выше. Да, это. Сейчас бы, если бы я бы спалился на пол вообще вниз, это был, конечно, так, может пониже где-нибудь? Ну, видите, не перелазит. Вот с помощью прыжка я пошел на риск. А, ну вот. Так, еще раз прыжок. Ну, отлично. Чуть не упал. Так, еще того как-то надо не видеть, не видно, который поет наверху. Интересно, что песню можешь перевести? Что-то замолчал, да? Не, поет, поет, по-любому. Так, делаем тихо. А, охранник. Проптер мерита унижени. Не, подождем, когда охранник отойдет. Ну его нафиг. Здорово, мужик. Да убивай его, а не прыгай на него. На тебе. Да. Я думал, что он проповедует слово Божие. Боюсь, его проповедь ложь. Я увел свою пасту пути истинного. Песни, да, у меня же. А я ведь так хотел поверить. Как и мы все. Я завершу дело своего отца. Покойся с миром. Не, Александра, входа не было, я уже здесь был на этой песне. Дети всех легионатов своего народа. То есть я тут уже бывал. Так, ну что же, стали инкогнито, прекрасно. Лазим назад и будем сохраняться. Ё-моё, Эцио, цепляйся. О, смотрите, баг, я как-то непонятно как. Каким чудом, на... блин. А, вон там, смотрите, есть внизу такая фишка. Ну-ка, получилось, отлично. Так, ну что же, на этом, скорее всего, на сегодня все. Но нужно нам игру сохранить. Да, вот остался у нас. Так, ну или в принципе еще одного что ли выполнить тогда. Эх, серия уже, конечно, получится большая. Так, ну ладно. Да, давайте вот это еще, короче, выполним. Потому что они останутся у нас на карте. Потом у нас будут точки обзора. Ну, я побегаю по точкам обзора, конечно же. Спайдермен вообще, да. Ну, а потом убил. Во, и косяк, да, произошел какой-то. Я сам аж. Так. Блин. Ну ладно, ладно, короче, в общем. Да, завершим вот этот квест. Отправился в мир иной. Да обретет он вечный квест. Вот, надеюсь, он не будет таким вот тяжелым, ну, муторным, так сказать. То, что было сейчас. Так, 5 из 9. Ну, а точки уже на следующий раз остались. Ну, и остальных лейтенантов убиваем. Спайдермен. Я вот, кстати, очень надеюсь, что именно вот в свое время на Сеге, ну, на Денди, на Сеге, на Супер Нинтендо, там, на Панасонике 3DO, на Сеге Сатурн, классные игры были по Спайдермену. Вообще классно. Они смотрелись для того времени, конечно. По графике, во-первых, круто. Именно классно игрались. А сейчас какой-то выходит Спайдермен, вроде и графика красивая, да?
Ну, блин, играть как-то неинтересно. Кому нужна помощь. Ну, то есть, как-то стрёмно, я не знаю, не то. Вот Бэтмен, да, выходит новый, вот как-то прикольно, да? То есть, игрофон крутой, и проработано все классно, и там гэджеты, вот эти все отлично. Вот Бэтмен, я, правда, играл всего, который, ну, первый вот этот был, переиздание уже, Arkham Knight, а вот последний я только стрим сделал. Ну, как бы это мне нравится, а вот Spider-Man что-то как тупо. Ну, забросили серию, на самом деле. Я надеюсь, что ее возродят. Мне бы вот хотелось, чтобы из Спайдермена что-то сделали, типа Бэтмен. Ну, в таком же стиле, то есть в серьезном стиле. Чтобы было интересно играть. А не так, что бегаешь по крышам, что-то летаешь, бьешь, все коряво так сделано. Хотя последний, в принципе, по графике неплох. Вот по последнему фильму, который... Да и фильм тоже скатывается. Вот. Ну, вроде как бы были, ну, есть новости, что Rocksteady взялась за Спайдермена. Я не знаю, были ли, ну, новости в слухе или нет, ну, которые Бэтмена делали. Вот так ли это на самом деле? Да, этот баг скнул, а потом убил во всех ассасинах до третьего. А, баг во всех до третьего, да, ассасин? Видишь, я-то как бы не играл. Да, я первый играл с Спайдермена на PlayStation. Это была топовая игра. Да, вот именно вот те вот игры были. Ну, не, на PlayStation я уже не играл, я последний играл на Panasonic 3DO. Другие я уже только смотрел. Так, Андрей, так есть две игры последние про Чернобыль. Да так, да, они, так они есть, так они стрёмные, понимаешь, играть неинтересно. То есть они как вроде там и красиво, но... Ну там как раньше, помните, такие игры были? Пятый элемент. И вот я не знаю, как пример, в какую игру привести. Да, вот по пятому элементу фильм крутой на все времена, хоть сейчас пересматриваю. А сейчас... А играть невозможно. Потом Матрица, крутейшая фильм, а игра какая говёная получилась. Тоже стрёмно, вообще невозможно играть. Вот, короче, такие дела. Ждешь фильм Максима Assassin's Creed? Да, очень жду. Кстати, у меня в группе Андрей ТВ есть три фильма, небольших, там, по 20 минут на русском языке от Киномании в группе ВКонтакте. На стенке фильмы по Assassin's Creed. Я уже пересмотрел, довольно интересно, если вы видели, знаете. Виталий, Андрей, говорят, разрабатывают игру про Супермена. Да, разрабатывают, именно разрабатывает студия Rockstar. Ну ладно. Охраняйте ящики! Нельзя допустить, чтобы их содержимое попало в чужие руки! Так, портовые власти, незаметно подняться на борт корабля и оборвать жизнь торговца. Да, сейчас пройдем часа в пол. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Да, печаль, беда. Так, ну ладно. Если хотят есть, пусть признают власть. Эцио у нас же может плавать, ну, я имею в виду нырять. Почему медичи еще обладают влиянием в этом городе? Главное выучить, понимание. Как ходит тут. Разве это не опасно? Нет, это не опасно. Я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Так, тихо, плывем под водой. А вот который, ну, фильм именно снимает. Полнометражный, да, я думаю, будет крутой. Хотя что-то как-то слышу стремочек, но я надеюсь, что сделают круто. Равенство, братство и справедливости. Так, внимание, запретная зона. Так, ну-ка, может здесь как-нибудь тоже больше тонуть? Где он там? Вот. Так, тут охрана. Тихо, Эцио, аккуратней. Так, а если охрану почикать? Увидят? Нет, ну ладно, проверим, короче. А, этого я что-то как-то не смог. Так, ну-ка, этого. А, смотрите, а, нет, получается. Иди, покупайся. Так, а где сам-то чувак, я что-то понять не могу. Не, почему-то как-то странно. Раз 10 на кнопку нажал, только потом не смог выцепить. Так, я не вижу, где ходит тип этот. Влиянием в этом городе, выше моего понимания. А, Холлю, да Майкл Фальцбер должен сыграть в роли Дезмонда Байлза. Да, я тоже думал, что это ему роль идет. В новом фильме «Кредо убийцы» 2016. Ну, единственное, не отложили бы только, то у нас любят. Ну и актера тоже поменять перед самым выходом фильма. Так. Да, вот можно вот этого еще чекануть. Ой-ой-ой-ой-ой. Где он сам-то ходит, я понять не могу. Нашего единственного спасителя и пастыря.
Так, а если я этих двоих вынесу, меня увидят? Это громковато. Громковато, конечно же, будет. Ё-моё. Ну, сейчас запалит. Нет, не запалил. Посмотрим, как они. Вон он стоит. Походу, да, надо этих двоих вынести и попробовать его сверху. Так, залазим. Проверим. Эдсо, только, пожалуйста, не протупи. Убей сразу. Не-не-не, назад. Меня кто-то видит там. Ага, понял. Без вариантов спускаемся. Сейчас это не сделаем. Так, по-любому надо этого выносить. До того, как пророк открыл мне глаза. Так, долго его ждать, конечно, придется. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Савонарола ведет нас в новую эру. Обидно будет, если он меня увидит. Братство. А, слушайте, ну-ка. Попробовать сдвинуть, что ли? Оковы тяжелого прошлого и принять Господа. А, и никто не увидел, типа, да? Спасителя и пастыря. Так. Ой. Интересно, что нового добавят в Агли. Ну, я стримы обязательно посмотрю сам. Не буду. Так, сейчас вот этого надо сбоку вынести. Ну, там два охранника впереди. Возможно, они их увидят. Блин, Илюха меня тут уже в контакте слег. Сейчас я ему отпишусь. Так. Ё-моё, да как его вынести? Так, ладно, видят. Короче, с тех сторон надо кого-то выносить. Откуда он меня увидел? Сейчас гляну. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Савонарола ведет нас в новую эру. Равенство, братство... Погодите, а кто меня увидел-то с этой стороны? Странно. А, вот он. Нет, ну... Нужно только сбросить оковы тяжелого прошлого и принять Господа. Нашего единственного спасителя и пастыря. А, не, если я его убью, скорее всего, вот эта охрана меня увидит. Как думаете, да? Ну ладно, рискнем. Увидят, значит, заново. Да, увидели, увидели. Да, ну тут без вариантов. Ё-моё. Андрей, Илья ответил привет, просто нормального качества новости фото добавлять нужно, а для заголовка нужно широкоформат. Все. Ну, Виталий, я же тебе сразу говорю, все фотки 16:9. Когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают. Блин, Илья вот пишет, можешь сообщить, когда тебе бан писал этот чат писать, не мог только. Почему медичи еще обладают влиянием в этом? Так, сейчас городе. Я ему отвечу, выше только в чат писать. Надо же, а ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Да, нафейлил, короче, друзья, извиняюсь. Так, Андрей, а где я вам достану фото 16:9? Ведет нас в новую эру равенства, братства и справедливости. Каюте по штурвалам. Да, слушайте, а сверху его можно выцепить? Навряд ли, да? И принять. Ладно, заново. Нашего единственного спасителя и пастыря. Да, на это-то кучу времени тратится. Так, давайте подумаем. Давайте вот так. Это вот, когда надо, чтобы ты упал быстро, ты, блин, берешь и цепляешься. Когда надо, чтобы наоборот цепанулся, ты берешь и падаешь. Что за фигня? Виталий, сейчас погоди, дай мне сейчас не до этого. Погоди, я тебе потом ВКонтакте все отвечу. Когда потом. Будет нечего есть. Дай мне вот этот квест завершить, потому что время у меня нет. Если хотят сделать его тяжело. Пусть признают власть Савонаролы. Блин, еще и.
Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Нет у меня скриншотов. Были скриншоты, когда кидал. Так. Рок открыл. Так, ну вот этих по-любому. Понял, что торговля — это зло. Этих по-любому. Все, походу, я не успею сейчас этот квест завершить. Идет нас в новую эру. И справедливости. Виталий, есть формат фото 16 на 9, 1280 на 720. Так и забиваешь. Фотки Игромира 2015. Ты, да, там. Или где на самом сайте Игромира добавляют снова. Они все идут 1000, забивают 1280 на 720 или 1920 на 1080. Ну, формат 16 на 9. 1366 на другой формат. Пробую так. Забивайте, все. Так, блин, вот этих двоих бы как-нибудь. Так, тут надо, короче, подумать, тут просто на рожон не получится. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Ассасин Дуд, хай. И тебе хай. Если хотят есть, пусть признают. А, тут этот слева ходит. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Надо же! А ведь я считал их своими покровителями. Но лишь от того, как пророк открыл мне глаза. Нет, что-то как-то не получается. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Так, еще раз я посмотрю. Братство. Так, если я залезу, меня, конечно, эти же животе сверху убьют сразу. Вон стоит, вон он. Вот там вот, видите? Нужно только такого тяжелого прошлого. Блин, то есть ни с той стороны не залез. Единственного спасителя и пасты. О, они отошли. Опа. Я знаю этого человека. Да ладно. Не увидел. Почему Медичи? Блин, да ё-моё! Так, этот наверх пошел, да, по-моему? Нет, сверху он меня увидит, бас. Сейчас спустится, я попробую резко пробежать. Я понял, что торговля. Не получилось нахер. Нет, что-то не вариант. Так, короче, надо их как-то чикать по одному. Или что-то я не знаю, что сделать. Так, со всех сторон меня видят. Короче, нет, со стороны не пойдет. Когда им будет нечего есть. Вот здесь вот двое где-то стоят. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Так, эти двоих. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше мы. Так, эти двоих так. О, понимание. Слушайте, а если издалека попробовать? Ну-ка. Надо же. А ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Эцо, ты косик. Ты, блин, твою за ногу. Косорылый. Тупорылый чувак. Нет, так не получается. Стелс режим игры, конечно, 80 левел. Да, что-то, да он еще кривой здесь. Стелс здесь, конечно, уже прошлый век. Так, слушайте, а если попробовать стрельнуть и сразу валить? Это не коси, пожалуйста. Да он даже отсюда не стрелять не может. Ой, ё-моё. Да, вот в плане управления уже все просто. А ведь я считал их своими покровителями. Так, и сразу валим. Сразу валим. А, сейчас напишет дистанцию далеко. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей.
Russian User, Андрей, что написал, когда тебя банил? Забанили чат. Братство и справедливость. Илья, я ж тебе кидал картинку, но я не помню точно. Вы за просто написано сверху белым шрифтом. Окошечко белое появляется. Вы забанили просто. Замечательно. Нашего единственного спасителя и пастыря. Такими фокусами. Далее, я потом тебе отвечу ВКонтакте. Погоди, дай мне задание. Так. Так, Александр, отвлеки их с выстрелом с корабля, а потом по воде плыви с другой стороны. Андрей, капец, на Игромире комиксы стоят 1700 рублей. Неплохо, неплохо. Так. Если хотят есть, пусть признают. Ну ладно, главное этого я теперь на островке выйду. Сейчас я этих пощупаю. Сбоку, который. А потом верхнего уже будет легче. Выше моего понимания. Надо же! А ведь я считал их своими покровителями! Но лишь долго. Понял, что торговля — это зло! Он здесь! Да ну как так-то? Ну... Вот это вот корявость управления. Который раз уже. Ну ладно, еще раз. Блин. Посмотрим, как они будут упорствовать. Вообще так жесть. Ну так зафейлить, ё-моё. Если хотят. Короче, тем же макаром. Я понял, как пройти. Выносим вот этих, эти отвлекаются, охранники. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Он даже стрельнуть не может, блин. Сорылый. Смотрите, сейчас не попадет. Не, ну так я думал. Не, валим. Но лишь до того, как пророк... А кто в воду прыгнул? А, смотрите, они в воду попрыгали и упали. Ах ты, один там остался. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. А, один остался все-таки. Андрей, спасибо. Илья, так я ж тебе картинку скидывал, бана. Посмотри старых сообщений. Я ж тебе скидывал, когда у тебя на стриме банило. Такая же канитель была. Это у всех людей. Вот, кстати, Александр тоже... Это у всех повторяет. Это, видать, ошибка. Тяжелого прошлого. Так, он вернулся на корабль. Смотри, Александр, я думаю, сейчас мы этих всех... Ну, надо просто по-тихому дочитать, что получилось. Не косячить. Сейчас чеканем этих двоих сверху. Потом я ползу уже в бок, потому что пристань не охраняет. Ну и потом путь свободен. Так, главное вот здесь вот сейчас не наплыли. В очередной раз. Так, сразу же поменяю оружие. Ну давай, этого заползай. Когда им будет нечего есть. Вдвоем они разве здесь... А, да, было дело, иди сюда. Поныряй, чувак. Так. Сейчас чеканем вот этого, короче. Потом бокового вот этого. А тех я... Даже не знаю, получится двоих зацепить. Получится. Ну я надеюсь, что получится. Да я этого цепляю, не будет долго стоять. Смотри, он не цепляет. Цепляет только с помощью когда... Когда нарваться... Куда ты пополз? Какое же управление корявое? Так, тем же макаром. По очереди, друзья, по очереди. Куда улетел наш голубок? Иди сюда, голубок. Так, теперь вот цепанем вот это вот тем же макаром. А, нет, ну ё-моё, ну блин. Скажи Илье, что на Gamers TV какие-то лаги с трансляцией все время по подгрузке. Да я ему сколько раз это уже писал и говорил, мне говорят, что я ему буду говорить. Последний месяц. Когда им будет нечего. Я прихожу, напоминаю, меня начинают обзывать, что я крутой. Поэтому я стараюсь это сделать. Если хотел, есть, пусть признают. Блин, ну как так же нафейлил-то, а? Что люди говорят, что у них все прекрасно, почему все работает на трансляции. Ничего не косячит. Далее. Хотя и многие даже не понимают, что такое это качество. А ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Я
понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Вот, поэтому мне я проще сейчас прихожу на стрим или просто так начинаешь чем говорить. В новую эру. Начинает отзываться. И справедливости. Так, ну что же, тем же Макаром или чё? Ну, ё-моё, как же... А, ну смотрите, а чё то... А, не-не, да, тем же Макаром, только тех двоих попробую вынести сверху. Андрей, значит, будем через YouTube смотреть. Ну, я тоже так думаю. Да нет, ну... Ныряется он, ныряй! 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 Так, вроде не обнаружили. Блин, я уже вспотел весь, ё-моё. А, запись уже 2 часа получает. Да, короче, сегодня все серии вряд ли. Не, они меня видят, да? Да, видят, видят, видят. Вот надо подальше открыть. Да, он делся. Это зло, которое разобщает. Ведет нас в новую эру. Ну чё, мужики, давайте его завалить на свой. И справедливости. Дайте мне вас почикать. Да куда ты, куда ты? Да, иди сюда, поплавай. Да, где второй? Нашего единственного спасителя. Вон он второй, там наверху. Эх, вот как вот с этими двоими доделать? А если я шашку кину? Ну не, шашка не поможет, да, тоже. Всего. Иди сюда. А что? Где он, я? Куда ты, куда ты? А, только ты сюда не иди, пожалуйста. А, они даже вообще на месте стоят. Да. Ладно. Если хотят есть. А, наверх не залезть, понятно. Через вот этот. О, уже посветлее, уже всю ночь здесь воюю. Не получается. А, толку-то. Выше не могу залезть. Да, долгое задание. А, вот, смотрите, отсюда его можно. А, точно. Во-во-во-во-во, прекрасно. Так, ну что, как думаете, какие ставки? Двоих он убьет сразу и не убьет. Так, где-то... Что только сбросить оковы тяжелого прошлого и принять Господа. Что-то я думаю, кажется, сейчас Эдсу убьет только одного. А хотя нет. Готово! Затащили! Затащили! Андрей, как это может быть с сайтом вообще связано? Что я наделал? Ты принуждал людей верить. Иногда людям нужно указывать, что думать. Это никогда не приводит к добру. На сердце тяжесть. Но мои мысли ясны. Покойся с миром. Так, ну что же, отлично, да, кучу времени потратил, я ж весь потел. Я даже в своем 360 пиви покушечку. Да, короче, валим отсюда, поплыли. Ууу, ребята. Поплыли, поплыли. Ай-яй-яй, ну Эдсо, как же так? Зацепили, блин. Александр, ладно, я ушел, удачи заверши. Да, спасибо большое. Я уже тоже завершаю, сейчас буду заниматься новостями. Сегодня новостей будет куча. В общем, приходи. Да, и ссылочку я обязательно с Ютуба скину. Так, ну что же, 2000. Отлично, стали инкогнито. Фу, да, у меня аж весь геймпад мокрый. Я не знаю, вебка, наверное, вряд ли это даст, но... Да, задание было это что-то. Ну все. В следующий раз мы уже с вами начнем открывать вот эти точки обзора. Даже их немало. И у нас еще, получается... Троих лейтенантов убить. Андрей, плеер-то не наш. Да нет, или я, при чем тут плеер? Вот люди пишут, я же не один говорю, что Сайф в последнее время косячит.
Вот. Побей там, не знаю, программисту что-нибудь там. Пусть посмотрит, в чем дело-то. Он именно косячит как-то то ли на Хроме, то ли на что. Ну вот сегодня Александр тоже в Games TV ушел на YouTube, потому что смотреть невозможно. Вот. Ну, то есть не то, что смотреть, писать, скорее всего. Вот. То в новостях видео пропадают, там 5-й, 10-й, короче, вот такие, к сожалению, дела. Ну я ничего, я думаю, со временем все наладится. Вот, ладненько, пошел заниматься сайтом, в общем, и ВКонтакте. Друзья, всем спасибо большое сегодня на стрим. О, вижу, сколько людей. Всех рад видеть, но, к сожалению, нужно завершать. Всех поздравляю, конечно же, еще раз с праздником Игромир. Приходите на Gamers TV, будет куча новостей. Вот, а если так кто-то присутствует, хотя маловероятно на Игромире, то скидывайте свои видосы и картинки, я посмотрю, если что-то интересное. Будем думать, на сайт закачаем. Ладно, друзья, всем спасибо. Особенно, кто вот мне сегодня человек, он, наверное, уже ушел. Максим, я не знаю, здесь ты или здесь. Да, Максим, здесь, спасибо. Вот, да, тебе спасибо за то, что поставил мне сегодня лайк и за отзыв твой. Пока, Андрюх, да. В общем, обязательно стримить продолжим. Вот, записи Shadow Play. Пойду сейчас разбираться, смотреть, что там у нас в качестве видео на Shadow Play. Но то, что я увидел в данный момент, это бомба. То есть, ну, вот кто смотрит сейчас, к примеру, записи, шикарно, да. То есть вы видите ту же самую картинку, чуть-чуть хуже, чем... Может быть, все равно YouTube режет, но все равно она почти такая же. Но мне самое главное даже не то, чтобы супер-пупер качество, а именно плавность вот этих 60 FPS, присутствующих на картинке. Вот за это мне как бы очень нравится. Кразманов, привет, но, к сожалению, стрим уже все. Как и запись. Ладно, друзья, всем до встречи.